Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня будет небольшое видео, посвященное отдельной работе. Да, я знаю, что на YouTube такие видео не особо популярны, у них мало просмотров. Но, тем не менее, я в последнее время стала записывать эти видео, потому что я считаю, что они нужны. Ну и что у них мало просмотров, зато те, кто смотрит, они интересуются этой конкретной работой. И вроде бы данный сюжет, данный набор не новинка, и вроде может показаться, что интересного я сейчас расскажу, но с другой стороны, пока я вышивала эту работу, я неоднократно видела на YouTube видео других рукодельниц, и в запасах этот набор, и озвучивалось, что хотели бы вышивать этот сюжет, что говорит мне о том, что он привлекает внимание, он интересен. Поэтому я расскажу, поделюсь сегодня основной информацией, расскажу какие-то моменты, с которыми я столкнулась во время процесса вышивания, детали, которые я не рассказывала в буднях и не расскажу в итогах месяца. Давайте обо всем по порядку. Это набор от компании Риолис, номер 1670, название на сайте «Зимнее село». Соответственно, размер 40 на 40 сантиметров, и в этот набор входит Аида Цвайгард, 10-й каунт. А нитки, ну, скажем, шерсть, но здесь написано, что это смесь шерсти и акрила. Это бренд Сеффилд. Ну, и, соответственно, схема, нитка, схема, иголка, все как обычно. Заявленный размер 40 на 40 сантиметров. Если говорить в крестиках, то здесь 25 600 крестиков. Это сплошная зашивка. Нужно вышивать крестом преимущественно в 3 нити. Да не преимущественно, а полностью в 3 нити. Да, крестом в 3 нити. Я просто так смотрю на ключ, я его вам не показываю, потому что я вышивала эту работу настолько долго, что у меня ключ уже вообще в непотребном виде, в пятнах, не буду вам его показывать. Вот, и в набор схема вложена цветная. Показываю вам кусочек ее. Я вышивала по бумаге. Схема не глянцевая. Здесь все значки, все цвета хорошо различимы. Я ни в чем не путалась. И вышивать мне было легко. И даже в тот момент, когда я в последний вечер дошивала то, что мне осталось, у меня была неполная зашивка. То есть мне нужно было вот примерно на вот этом участке постоянно перепрыгивать, дошивая то одиночки, то какие-то группки крестиков. То есть я постоянно вот так прыгала. И все равно мне было удобно по бумажной схеме смотреть. Допустим, если я видела, что у меня здесь недошитые крестики, я брала, вышивала и смотрела, где еще этим цветом можно повышивать. То есть у меня очень хорошо выцеплялись значки, выцеплялись вот эти вот квадратики с цветами. И я смогла быстро завершить эту работу. Вот я ее уже постирала, погладила. По ниткам. В наборе у меня были вот эти органайзеры. Давайте сейчас разложу. Для тех, кто, может быть, хочет посмотреть с точки зрения расхода ниток, я вышиваю, ну так, среднеэкономно. То есть я не храню каждый хвостик, там, допустим, 4-5 сантиметров, но при этом и длинными кусками ниток не разбрасываюсь. Вот, у меня после вышивания, то есть я не меняла основу, это 10-й каунт, все вышивала по ключу, то есть у меня вот такой остаток по ниткам. А, наверное, я обращу внимание на самые критичные моменты, это номер 20. То есть здесь у меня осталась буквально небольшая нитка. Вот видите, у меня один раз она здесь обернута вокруг органайзера, и все, то есть номера 20 мало, нужно быть очень аккуратными. Ну и в целом это все, потому что все остальное здесь дано с хорошим запасом. То есть 18 вроде кажется уже мало, но нет, это достаточно. Все, только 20 меня смутил, потому что я эту нитку всю взяла вышивать. И когда я повышивала крестики, получается, что я эту нитку запарковала на органайзер. Если бы вдруг она у меня потерялась, то все, у меня бы не осталось даже образца. Вот. А к вопросу по поводу этих органайзеров, может быть, будет вопрос вообще, как ими я пользуюсь. Я не перематываю нитки на другой органайзер, я вышиваю вот с этих органайзеров, но я не скажу, что они для меня удобные. Нет.
мне неудобно, мне каждый раз отматывать неудобно, но еще более неудобно мне было бы перематывать эту шерсть на какой-то другой органайзер. Почему? Потому что, ну, давайте я буду называть шерсть, хотя мы понимаем, что здесь не только шерсть, потому что она вот такая пушистая, она цепляется сама за себя. И я понимаю, что, допустим, отмерив, ну, пусть там метровые нитки, и повесив их на органайзер, когда я буду доставать эти нитки, они точно так же будут цепляться. Поэтому я это не делаю, я остаюсь на этих органайзерах. Я обычно что делаю? Допустим, если мне нужно вышивать первым цветом, первый цвет вот этот, и здесь, ну, как я уже говорила, в три нити, то здесь вот было намотано три места этим цветом. Я беру, вот так и беру прям нитку, отсюда, отсюда и отсюда. Да, и у меня получается... Ну, давайте для примера. Я сейчас возьму вот так вот. Ну, представим, что они у меня были рядом, и это один цвет. Кстати, бленды я делаю так же. Здесь чаще всего тоже для блендов так и получается, что если, например, бленд – это, ну, допустим, две нитки первого цвета, одна нитка второго, то есть они рядом расположены. Так вот, я беру вот эти три нитки, допустим, и начинаю вот так разматывать. Вот так разматываю. Какую-то длину для себя определю, которая мне нужна, отрезаю. И потом вот эти хвостики я паркую, закрепляю в те пазы, которые здесь для этого есть. Чаще всего у меня нитка, которая нужна, она у меня вся выходит в процессе вышивания. Но если вдруг у меня остается какой-то хвостик, то я не брала другой органайзер, здесь очень мало блендов, вот, и, в принципе, даже не бленды, солидные цвета тоже, если у меня по каким-то причинам нитка осталась, я не могу ее довышивать до конца, то я ее тоже паркую вот сюда, в эти же пазы. Здесь только я ее складываю еще пополам-пополам, чтобы она была потолще, и вот сюда прям вдеваю. И они у меня здесь держатся. Вот, как, допустим, вот здесь, видите? Вот так вот я делала. Я просто уже все вот эти кончики убрала с органайзеров. Вот, я вышивала в одну иголку, не делала никаких других. Может быть, это не самая оптимальная организация, но это далеко не первый мной вышитый риолис шерстью и в две, и в три нити. И пока я таким образом организовывала свой процесс этих ниточных органайзеров. Вот. Ну и, наверное, знаете, тоже, вот, коль мне в наборе вот эти органайзеры здесь попались, прокомментирую свое мнение. Часто слышу вопросы по поводу того, что вот нам эти органайзеры не нравятся, зачем же производители их вкладывают? Гораздо удобнее органайзеры вот с перфорацией, с перекинутыми нитками. Мне кажется, вот я так смотрю тоже, я аналитик, я анализирую ситуацию. Мне кажется, что вот эти органайзеры — это результат автоматизации процесса комплектации набора. Потому что мы понимаем, что это машина, машина, которая наматывает на бумажный органайзер, как на катушку, эти нитки. Соответственно, это большое количество бобин с нитками, которые загружаются в эту машину. Это программа, которая говорит о том, какие цвета в каком количестве нужно намотать. Возможно, человек цепляет кончики ниток, а может быть, нет, я не знаю, да? И все, и дальше машина наматывает необходимое количество ниток. То есть это автоматизация, и, скорее всего, ну, производители переходят на автоматизацию, исходя из тех объемов, которые нужно производить наборов. Вот, и, наверное, так проще. Потому что я понимаю, что органайзер, который с перфорацией, где накидываются нитки, это ручной труд, это ручная комплектация. И тут уже начинаются вопросы затрат на производство, а далее это, естественно, влияет на стоимость наборов. Все это по цепочке тянет одно другое. Вот, поэтому вот, что Риолис, что там мне приходит на ум УКС, Летистич, у них такие же органайзеры. Вот, значит, производители должны были перейти на автоматизацию процесса сборки наборов. Ну и опять же, здесь вопрос еще к корректности этой сборки. То есть если ручной труд по перекидыванию ниток на органайзер, это значит выше риски того, что нитки могут быть развешены неправильно. Значит, нужен контроль за тем, как эти нитки развешены на органайзере. Вот. Здесь
опять же, количество намотки, все это регулируется программами. Ну, это вот просто я с вами делюсь такими мыслями по поводу того, почему, возможно, производители в наборы вкладывают органайзеры, про которые вышивальщики говорят, что ну неудобно. Ну, видимо, вот это результат того, что наборы собираются машинами. И, возможно, это делается с мыслями, что мы потом берем и либо вот этих органайзеров и используем, либо перематываем на какие-то свои органайзеры, которые нам более удобны. Вот такие мысли. Так, если говорить по поводу этой работы, то по самому процессу я не могу сказать, что он сильно сложный, не могу сказать, что сильно легкий, то есть здесь есть разные участки. Есть участки, где нужно вышивать одним цветом, есть участки, где почаще нужно менять нить. Мне казалось, что самым сложным для меня участком будут кусты, потому что они, на первый взгляд, достаточно пестрые. И, наверное, здесь нужно будет часто менять нитку. Но оказалось, что нет, кусты были комфортные. Но я почаще, как это ни странно, меняла нитку вот в этой нижней части. Потому что здесь я столкнулась с тем, что здесь были одиночные крестики. И я не берусь утверждать, насколько они были оправданы, эти крестики, судите сами. Давайте я покажу пару моментов. Вот, допустим, вот этот прямоугольник. Видимо, это труба, ну или какая-то часть, может быть, столб этого здания. Здесь 6 крестиков. При этом, давайте я вам подтверждение своих слов покажу. Вышивается 2 крестика одним цветом, 2 крестика другим и 2 третьим-четвертым цветом. Видите? Вот. Оправдано ли это здесь? Не знаю, возможно. Я даже вам поближе покажу. Ну вот, как это выглядит. Вот так вот. И такие моменты здесь периодически встречаются. Ну вот, например, еще, да, вот здесь тоже вот одиночные крестики. Вот они, вот здесь. Здесь тоже вот, видите, вот такие вот раз, раз, раз. Ну вот здесь, может быть, да, здесь как будто бы сосульки. Здесь это будет видно. Так, сейчас еще посмотрю. У меня еще вот в этом тоже здании были такие моменты. Ну, тоже покажу вот это колесо. То есть здесь не одиночный, но здесь вот раз, два, три. Один вот такой голубой. Дальше еще вот это. То есть либо протяжку делать, либо закреплять. Вот. Здесь внизу вот 2 крестика. Тоже по соседству, больше нигде. Их нет, кроме как в крыше. Вот. Это получается вот эта часть. Тоже я вам ее сейчас поближе покажу. Вот. Видите? То есть вот одиночный этот крестик, который я показывал. Здесь вот эти 2. Ну, не знаю. Какие моменты здесь были? Оправданно или неоправданно, судить не буду. Может быть, недочищена схема. Но я об этих моментах забываю практически сразу после того, как я завершаю вышивание. Я смотрю только на готовую работу. Она мне нравится, она красивая. Я довольна, я хвалю себя за то, что я ее завершила. Вот. Но я делюсь с вами этими нюансами для того, чтобы вы могли составить свое впечатление, если вы собираетесь вышивать эту работу. Конечно, я больше расскажу хорошего по поводу процесса, потому что вышивать риолис весело. Это мягкая шерсть. Если нет аллергии, то вообще прекрасно вышивать, потому что мягкие такие нитки. Я ими замечательно вышиваю и зимой, и летом. Они пухлые, они теплые, они уютные. И если вышивать даже в 3 нити, 10-й каунт, они хорошо проходят через основу, не перетираются. И они какие-то тактильно приятные, они другие. Кстати, вот основу, я на всякий случай скажу, основу менять у Риолис я не рекомендую, потому что я, когда разговаривала с представителями компании, давно-давно еще на стенде формулы, они рассказывали, что им когда-то было важно правильно подобрать аиду под нитки, потому что вот эти нитки, они мягкие,
И важно, чтобы основа не перетирала эти нитки. И отчасти этим обусловлено то, что в каких-то наборах Риолис основа, знаете, как про него говорят, дырчатая. То есть бывает, вы распаковываете набор, и вам кажется, ну просто сито. А на самом деле это как раз необходимо для того, чтобы комфортно потом вышивать нитками, они не перетирались. Потому что все равно зашивка полная, но потом все это не будет видно основу, зато будет комфортный процесс вышивания. У меня был опыт, когда я вышивала на замененной основе, это был не мой выбор. Мне тогда дали уже начатую работу, и я ее дошивала. И вот там как раз было некомфортно, потому что там еще уменьшили каунт, и крестики, конечно, смотрелись иначе. Ну, опять же, это был выбор хозяйки набора. Я все дошила, но для себя я посмотрела и решила, что нет, я не хочу менять основу, я не хочу уменьшать каунты, потому что как раз суть этих наборов, этих дизайнов в том, чтобы были вот эти вот крупные, пухлые такие крестики. Их приятно трогать руками, на них приятно смотреть. Получается такая хорошая основательная работа. Вот. Очень-очень люблю этот дизайн, потому что он в нежных оттенках. Он действительно передает дух зимы. И я сейчас добавлю пару фотографий на экран, покажу те здания, которые мне видны из окна. Это мастерская, баня, там еще строение. То есть действительно, когда они укрыты снегом, они выглядят вот так, как здесь. И, опять же, повторюсь, я здесь не вижу вообще прямых углов. Здесь все вот такое вот сглаженное, все такое нежное. Снова скажу это слово «зефирное». Я уже не помню, говорила ли я в этом видео, но точно во всех остальных видео я это говорила. И кому с этим словом надоело, простите, но действительно это самая лучшая характеристика. Вот я так ощущаю этот сюжет, когда смотрю на него. Нежный, такой уютный, теплый, классный. Ну, посмотрите, какой он хороший. Вот здесь очень интересно рассматривать детали, потому что вроде бы как сначала бросаешь взгляд, ну вот да, вот эти вот дома видны, собачка тут бегает, кусты, а потом, когда присматриваешься, а там настолько сюжет уходит вдаль, начинаются поля, поля, поля. Вот там видно, что они расчерчены, тут граница, где деревья, там деревья, еще вот там домики. Здесь церквушка, еще дальше видно еще поля, и там еще деревня. Там тоже то ли маяк, то ли церковь, мы уже не знаем, и еще уходят поля. То есть здесь на самом деле вот разглядывать и разглядывать очень много деталей, очень много домиков, вот всего это деревьев. То есть очень-очень так вдаль уходит сюжет. Вот это интересно, это любопытно рассматривать, разглядывать. И если я раньше вышивала этот набор и думала, что он у меня будет в рулоне, то после того, как я завершила, я смотрю и думаю, а вообще он неплохо бы и смотрелся в раме. Это будет красиво. А здесь на даче оформить вот то сербское село, которое летнее, вот эту работу, еще два сюжета с дачами. Но я вам показывала, у меня выходило недавно видео, когда я завершила работу «Цветущий сад» с домиком с дачей. Я вам там всю эту подборку показывала, они у меня уже все вышли, эти картины, и тоже показывала, что было бы здорово их все оформить, повесить на стене. Они несут в себе очень добрые, хорошие, спокойные, правильные эмоции. Если каждый день ходить мимо этой картины, мне кажется, будет приятно периодически бросать взгляд и смотреть на нее. Вот. Так, я вам по ниткам рассказала, по процессу рассказала. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите в комментариях, я отвечу. Тоже не помню, сказала в этом видео или нет. Саги у меня нет, я вышивала по бумаге. Никаких проблем не испытала. Схема хорошая. Вот, поэтому... Ну, просто такие очень частые вопросы, как я вышивала. Нет ли у меня файла саги? Нет, у меня файла саги нету. Ну, все. На этом буду завершать это небольшое видео. Я желаю вам хорошего настроения, мирного неба над головой, удачи, успехов в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока.